Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня 22-й день июня. В этот день, 79 лет назад, войска Германии пересекли границу тогдашнего Советского Союза и напали на русский народ. На белых русских, на малороссов, ну и так далее. Но мы говорим с вами о титульной нации, о русском народе. В 96-м году этот день с подачи так и не изживших большевистские рабские стереотипы властей начали называть днем памяти и скорби. Название это мне представляется достаточно гнусным и унизительным, поэтому я буду называть 22 день июня 1941 года днем начала Великой Отечественной войны. Как же этот день встретила Камчатка? Знаете ли вы об этом? Наверняка нет. И поэтому сегодня я немного почитаю вам старые газеты, газеты конца июня 1941 года, газеты, выходившие на Камчатке. Итак, мы приступаем к чтению старых газет. И начнем мы, естественно, с главной газеты полуострова тех лет, с газеты «Камчатская правда». 24 июня 1941 года в «Камчатской правде» было опубликовано сообщение «Отдадим все силы на защиту Отечества». Спустя несколько минут после выступления товарища Молотова, пишет «Камчатская правда», в клубе «АКО» состоялся митинг, на котором присутствовало более 200 человек рабочих, служащих и инженерно-технических работников управления «АКО», «Акофлота» и «Морлова». В своей резолюции трудящиеся управления «АКО», «Акофлота» и «Морлова» записали: «Будем бороться за выполнение государственных заданий, за выполнение и перевыполнение плана Путины 1941 года. Мы будем еще больше крепить обороноспособность страны, отдадим все силы, а если потребуется, и жизнь на защиту Отечества». Я, конечно, читаю не полностью эти тексты. Полностью их, кстати, можно увидеть вот в этой вот книге «Камчатка. 1941-1945 военные годы в газетной строке». Эта книга вышла только что в издательстве «Камчат-пресс». Она уже почти полностью разошлась. Но совсем небольшое число экземпляров еще осталось. Поэтому те, кто хочет купить эту книгу, может непосредственно писать мне на адрес электрической почты, который указан в информации о канале. «Камчатка. 1941-1945. Военные годы в газетной строке». Издательство «Камчат-пресс». А мы продолжаем наше чтение. Та же самая газета «Камчатская правда», тот же самый номер газеты, номер от 24 июня 41 года. В заметке «Утроим производительность труда» сообщается: «Вчера в 7 часов 30 минут утра на Петропавловской судоверфи состоялся многолюдный митинг.
Бурю гнева к взорвавшемуся фашистскому агрессору вызвало сообщение о нарушении германскими войсками границ нашей Родины. Выступавшие рабочие, мастера, начальники цехов говорили о готовности выступить на защиту нашей любимой страны. Они обязались удвоить и утроить производительность труда, давать продукцию только высокого качества. Будем работать еще лучше. Этим мы поможем нашей Красной Армии побеждать на фронтах, сказал мастер-водопроводчик товарищ Чкиря. В принятой резолюции судоремонтники записали: мы остаемся спокойно выполнять свой долг перед Родиной и требуем от каждого из нас высокой дисциплинированности, организованности, выполнения производственных заданий. Этим самым будем крепить обороноспособность нашей страны. Но не только главная газета полуострова, не только «Камчатская правда» писала о том, как жители Камчатки встретили начало войны. Выходящая до сих пор на острове Беринга в селе Никольском газета «Алеутская звезда» 25 июня 41 года века минувшего опубликовала резолюцию митинга, посвященного речи Молотова о германском нападении на Советский Союз. «Мы, трудящиеся острова Беринга», говорилось в резолюции, «крайне возмущены этими действиями и не пощадим сил для того, чтобы раздавить эту нечисть. Если враг напал на родину, говорится в той же резолюции, нарушил мирный труд страны, многомиллионный и многонациональный советский народ примет все меры к тому, чтобы разбить врага, раздавить эту гадину там, откуда он появился». В газете «Большевистский путь», выходившей в Усть-Камчатске, была опубликована 25 июня 41 года заметка с длинным названием «На вылазку германских фашистов ответить досрочным погашением займа». Вот что пишет «Большевистский путь». 23 июня на рыбалке колхозного острова колхоза имени Сталина состоялось собрание рыбаков-колхозников. С затаенным дыханием прослушали колхозники текст встречи по радио. Заместителя председателя Совнаркома Союза СССР и Народного комиссара иностранных дел товарища Молотова. Слово берет колхозник товарищ Лисионок. «Наша страна, — говорит товарищ Лисионок, — в годы гражданской войны победила врагов, когда мы были слабо укреплены, не хватало оружия, питания и т.д. Сейчас нам нисколько не страшен германский фашизм, который волной пошел на нашу страну. Красная армия, военно-воздушный флот настолько сильны, что сумеют уничтожить любого врага». Выходившая в ССА газета «За колхозную жизнь» в тот же день, 25 июня, на своих страницах опубликовала информацию о митинге в Эсса, в селе Эсса. Эсса, напомню, это центр Быстринского национального района. Вот что писала газета «За колхозную жизнь». 23 июня в клубе райцентра состоялся митинг по поводу наглого военного нападения фашизма на Советский Союз. Трудящиеся Быстринского района твердо уверены в том, что наша доблестная Красная Армия и военно-морской флот вместе с многомиллионным народом Советского Союза нанесет сокрушительный разгром взорвавшимся фашистским бандам. Я тоже опускаю пустую риторику идеологем. Теперь газета «За новую жизнь». Эта газета выходила в Тигильском районе, в столице района, в Тигиле. Митинг на острове Птичьем называется заметка
газеты «За новую жизнь». Эта заметка опубликована 29 июня 1941 года. Как только было получено сообщение о наглом вторжении германской фашистской своры на нашу землю, на острове состоялся митинг. Единодушным решением рабочие обязались досрочно к 29 июня выполнить государственный план по крабу. Здесь же на митинге 107 человек подписались дополнительно на заем на сумму 35 150 рублей. Врач Гурина подписалась на трехмесячный заработок на 3200 рублей. Радист Василевской на 2000 рублей. Работницы завода товарища Мясникова, Родичева, Гущина, Титова подписались на двухмесячный заработок. Газета «Камчатский колхозник», которая выходила в селе Милькове. Номер от 25 июня 1941 года. Будем с утроенной энергией, не покладая рук, работать на своем участке работы в колхозе, МТС, учреждении. Будем бороться за высокий урожай в районе, за выполнение плана освоения новых земель, экономное расходование государственных средств, за бережное отношение к социалистической собственности, за выполнение всех заданий правительства. А тогда, когда советское правительство потребует пойти на фронт все как один, станем в ряды нашей славной рабоче-крестьянской Красной Армии и до последнего вздоха будем отстаивать советскую Родину. Продолжаем наше чтение. Газета «Корякский большевик», 23 день июня 41 года века минувшего. Неожиданное предупреждение московского диктора о выступлении по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров Союза СССР и народного комиссара иностранных дел товарища Вячеслава Михайловича Молотова заставило насторожиться всех, писала газета «Корякский большевик». Опустели улицы Паланы, все разошлись по домам, обступили репродукторы. После выступления Вячеслава Михайловича Молотова в окружном центре у трибуны состоялся многолюдный митинг трудящихся. Гневные слова, проклятия, неслись по адресу фашистских псов, сорвавшихся с цепи, затеявших кровопролитную войну. Вот так вот писала газета «Корякский большевик». А в Усть-Большерецком районе до сих пор выходит газета «Ударник». 24 июня 1941 года она опубликовала несколько материалов, которые были связаны с нападением Германии на нашу землю. «Овладеем военно-санитарным делом» называется одна из заметок. «Враг напал на нашу родину. Это неслыханная разбойничья агрессия зазнавшегося германского фашизма глубоко возмущает наши сердца. Мы, женщины райцентра, занятые на производственных участках, последуем этому призыву и наряду с самоотверженной работой овладеем военными знаниями. Мы обращаемся к женщинам и девушкам нашего района с призывом овладеть военно-санитарными знаниями, чтобы быть готовыми в нужную минуту встать на защиту своей родины. Товарищи женщины! Вместе с нашими мужьями, отцами и братьями пойдем в боевые ряды за счастье наших детей и всей советской страны. Вот такие вот публикации имели место в Камчатской периодической печати в первые дни после начала Великой Отечественной войны. Что еще нужно сказать в этот день? Начало Великой Отечественной войны. Конечно, событие трагическое, но этой войны не было бы, если бы в 17 году прошлого века не произошла крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Не произошло бы насильственное разрушение Российской империи и захват власти большевистскими преступниками.
И еще замечу, что победа в Великой Отечественной войне была не только над фашизмом. Русский народ победил не только фашистов. Русский народ нанес сокрушительный удар коммунистам даже не в 1945 году, а начиная с начала войны. Потому что вспомните историю. Вы же знакомы с историей. Когда началась война, то усатый грузинский параноик побоялся даже сначала обратиться к народу, отправив оправдываться и выступать Молотова. А сам трусливо спрятался в кремлевских подвалах. И когда русский народ, когда великий русский народ, все его три ветви, живущие, жившие на территории бывшей Российской империи, то есть великороссы, белые русские и малороссы, начали оборачивать ход войны в свою пользу, трусливое большевистское правительство вынуждено было идти на попятный, вынуждено было открывать церкви, восстановить патриаршество, вернуть офицерские погоны, заговорить, в конце концов, о русском народе, а не о своих картавых местечковых идеологах. И именно Великая Отечественная война была началом борьбы, активной борьбы русского народа с коммунистическими оккупантами. Замечательно, что эта борьба все-таки, хоть очень дошла очень долго и в 91 году, она увенчалась успехом. Мы будем говорить о двух великих русских победах 20 века. 45-й год. Победа над странами оси, над фашистами. 91-й год. Победа над большевистскими оккупантами. А сегодня, напоминаю, день начала Великой Отечественной войны. 22 июня война началась 79 лет назад, в 41 году века ушедшего, века минувшего. Но еще раз напомню в порядке рекламы, что если вы хотите обзавестись вот такой вот книжкой «Камчатка 1941-1945. Военные годы в газетной строке», то напишите мне на адрес электрической почты, указанной в описании канала. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вы считаете, что русский народ совершил две упомянутых великих победы в 20 веке. Ежели же вы большевистские выкормыши, целующие под хвост свою дохлую и усатую задницу Сталина, ставьте дизлайки. Пишите комментарии под роликом, потому что мне действительно интересно, что вы думаете после просмотра моих скромных видеодневничков. А ежели вы на моем канале впервые и хотите продолжать смотреть его, сейчас в правом нижнем углу кадра появится подсказка, выполнив которую, вы будете получать уведомления о новых роликах на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она советует. Сделали. Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились волшебные слова: вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали.
Замечательно, аплодирую вам. Вы будете получать уведомления о новых роликах на канале. До свидания.